Владивостокский дворец детского творчества торжественно открыл новый творческий сезон. И пока дети веселились и участвовали в конкурсах, в холле кванториума родители заполняли заявление на оформление сертификатов дополнительного образования. Именно его наличие гарантирует бесплатное зачисление ребенка на выбранную им программу. Эта система позволит нам выявить востребованные, нужные кружки для детей и таким образом увеличить направление по программам, направления по каким-то приоритетным, интересным деятельностям для детей. Для оформления доступны два вида сертификатов – учета и финансирования. Первый распространяется на все виды бесплатных занятий, второй же позволяет оплачивать сертифицированные программы дополнительного образования. С их списком родители могут ознакомиться на портале 25pfdo.ru. На данный момент номинал сертификата финансирования составляет 10 150 рублей на год. Самый главный вопрос, что делать семьям, которые обучаются либо в частных заведениях, либо на семейном обучении. Мы говорим о том, что этот вопрос решается с администрацией города Владивостока. Они переживают, что им не будет места, либо оно им не положено. Но мы знаем, что по законодательству им положено обучение ребенка в системе дополнительного образования совершенно бесплатно. Просто сейчас мы будем решать вопрос прикрепления их к сетевому городу. Самое важное уточнить, что каждый ребенок в этом году получит соответствующее образование по какой-то программе ДОП. Подать заявление можно только лично в муниципальном опорном центре или в одном из 12 учреждений дополнительного образования на сайте ПФДО. Для этого вам потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС и документ о месте его прописки во Владивостоке. Подросток, достигший 14 лет, может заполнить документ самостоятельно, предъявив паспорт и указав данные родителей. Важно, чтобы у вас или вашего ребенка был личный кабинет на портале «Сетевой город образования». Мне поможет это в том, что у меня двое детей, и это скажется на моем семейном бюджете. То есть, если это будет бесплатное образование дополнительное, то, соответственно, я смогу детям в этом очень положительно скажется. На самом деле, это больше бумажная работа для нас, да, но я понимаю, для чего это учреждение, чтобы у них было все легко получить эти деньги, и они занимались... у них были фонды для того, чтобы обеспечить преподавателя и занятия нашему ребенку. Активация сертификатов пройдет после 15 сентября. О готовности документа родителям сообщат специалисты муниципального опорного центра. Марина Зубко, Игорь Егоров, новости на 8.